Ну, как понимаете, лучший друг – это тот, который на протяжении периода твоего времени с тобой проходит какие-то этапы. То есть вы проходите и огонь, и воду, и медные трубы. То есть это, конечно, становится очень лучший близкий друг. Есть, конечно, просто друзья, которые по жизни тебе в чем-то помогают. Ты даешь свой опыт, а они тебе свой опыт. Вот. В основном, как бы, у меня все друзья. Как бы я не могу сказать, что человек обладает каким-то определенным критерием. Вряд ли когда-нибудь я прыгну с высоты. Я очень боюсь высоты. У меня все какие-то запоминающие подарки. Ну, наверное, когда моя подруга лучше подарила мне кофеварку. Я просто не очень мечтала, да, и она мне сделала такой сюрприз. Ну, обычно это бывает будильник. Ну, так, я просто смотрю телефон, время и все. То есть даже не открываю приложение. Ну, наверное, моя самая слабость – это доброта. Профессию? Ну, я придумала бы хоккей. Да, я бы придумала, а так бы… Ну, я бы хотела работать с детьми. То есть я люблю детей, это меня нормально будет. Любящей женой, мамой, педагогом, воспитательницей, да, может быть, тренером. Ну, мама не одного ребенка, троих. Фигура. Лучшую подругу, чтобы не скучно было. И, конечно, спички, зажигалку, да, чтобы костер зажечь. И необходимое питание, палатку. Просто я, кроме хоккея, умею еще много чего делать. Наверное, читать мысли. Ну, вот высоту. То есть в основном страх – это высоты, больше ничего. Мне кажется, у меня всегда идеальный день, но я встаю, готовлю себе вкусный кофе, вот. Дальше я провожу день с родителями, вот, после родителей встречаюсь с друзьями где-нибудь. Идем либо в кино, либо в ресторан, ну и возвращаюсь домой. Ну, иногда мне не нравится то, что я очень упертая. То есть это очень мешает. Счастье – это когда близкие рядом, живы, здоровы. Вот. Когда мир без зла. Когда у тебя нет забот, проблем, то это счастье. Ну, наверное, когда я танцевала, выступала за ансамбль в школьные годы, и нас повели выступать в Кремль. То есть для меня в детстве казалось, что это что-то такое огромное, как волшебный замок. То есть, наверное, самое яркое, потому что я люблю сцену, и в детстве я очень часто выступала. Это всплеск адреналина, это скорость, это азарт, это, ну, как бы сам хоккей – это игра, это интересно. Вот, это коллектив, это команда. Чувствовать вот эти победы, то есть побеждать, это тоже очень интересно. Красота – это то, что внутри человека душа. То есть насколько она чистая, искренняя, настолько человек сам красив.